Приветствую всех! Спасибо за то, что выбрали это видео и смотрите. Есть кнопка лайк. По желанию можно подписаться. Это не по желанию, а очень прошу даже. Заходите в Google Chrome, нажимаете на три точки и есть версия для компьютера. Нажимаете сюда и открывается полная версия YouTube. И заходите в свой аккаунт, и у нас есть творческие студии YouTube. Нажимаем. Так, откроется такое окошко. Заходите в контент. Выбираете свое видео, которое необходимо редактировать. Так, выбрал. И у нас есть редактор. Заходите. Так, смотрите. У нас есть обрезка. Мы можем посмотреть, сколько секунд, минут. Можно громкость убрать, можно увеличить. Имею в виду по времени, по шкале времени. Видите, 2 секунды, 4 секунды. Так, теперь отделить, приблизить и так далее. Так, можно отменить, повторить. Так, смотрите. Обрезать. Разделить, то есть можно здесь разделить. То есть можно соединить. Можно посмотреть. Да, чуть время надо. Нажимаете сохранить. Можно потом исходный оригинал вернуть. Нажимаете на три точки и исходное видео. Так, показать быстрые клавиши для компьютера. Так, нажимаем сохранить. Да, на обработку изменений, да, может уйти несколько часов. В течение этого времени, да, видео будет доступно. Вносить другие изменения в ролик пока будет нельзя. Да, при желании вы можете закрыть страницу. Если нажимаем сохранить. И все. Да, видео будет долго. Кстати, мы редактировали. До этого она была 18 секунд, мы обрезали. Подпишитесь, ставьте лайк.